Пока что пусть будет 2, если вспомню, добавлю. 5 команд. Бросок с центра поля, крюком. Дриблинг левой рукой, наверное. За то, что не атакую. Говорят, надо быть понаглее, сами больше брать инициативу на себя. Но то есть атака, сразу бросаю неразумно. Только за это. Они просят русское блюдо приготовить, борща. Мы им отказываем в этом. Медведь, пусть будет медведь, если же русский. Я думаю, медведь. В детстве любил медведя просто. Мне, я вообще добрый человек. Так что я все модели поставил. Федору Лихолитову. Заманскому Игорю, Дмитрию Коршакову и, конечно же, Герасименко Дмитрию. Достаточно много, на самом деле. Достаточно много штук, 25-40. Я даже не знаю, сколько еще планирую. Это надо у тренера спрашивать, наверное. Добрый, просто хороший. Позитивный парень, радость приношу всем. Вязать, я, наверное, вязать умею. Хорошо, вязать. Ну, пока еще ничего не брал, но мысли такие были. Никаких. Я стационарным телефоном пользуюсь. Да, вот недавно было, кстати, при борьбе на подборе я прыгнул и случайно забил свое кольцо. А, на тренировке было один раз. Да, был. Так оно и есть. Кто хуже играет, у того пораньше в апреле месяце. Тот уже может спокойно летать, отдыхать в Турцию. Выпуск, кстати, плохой будет, наверное.